Семейное радио. І яшчэ да адной тэмы звернемся сёння ў праграме. Хутка завершацца ўсе этапы цэнтралізаванага тэсціравання. Большая частка прадметаў здадзена. Але наперадзе ў саміх маладых людзей і іх сямей яшчэ адзін значны этап – даведацца колькасць набраных балаў. Добра, калі яны парадуюць, гэтага мы ўсім шчыра жадаем, а калі не. Ад гэтага залежыць псіхалагічны клімат у вашай сям'і, таму што некаторыя так і кажуць – мы здаём экзамены, наша сям'я здае ЦТ, а не абітурыент. Залежыць і выбар будучай прафесіі. У гэты час многія бацькі занадта многа адказнасці ускладаюць на дзіця, і вытрымаць гэта няпроста. У некаторых гатовы лагічны ланцужок, у якім прапісана, якое непрыемнае будучае чакае дзіця, калі паступіць не ўдасца. Сёння наша размова пра тое, як прыняць рэзультат ЦТ свайго дзіцяці ў любым разе. Парадавацца разам з ім або не засмучацца, калі ўсё не так, як вы сабе бачылі. Сёння наша госця – кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт кафедры ўзроставай і педагагічнай псіхалогіі факультэта сацыяльна-педагагічных навук Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка Наталля Аліфіровіч. Яна расказала, як адносіцца да гэтага этапу вашага жыцця, як кажуць, па-філасофску і па-бацькоўску мудра. Наталья, тему, которую сегодня с вами хотелось бы обсудить, это поступление, централизованное тестирование. И скоро будет самое интересное, когда подростки, семьи будут узнавать результаты. Кого-то это, безусловно, очень порадует, но кого-то и огорчит. Естественно, мы все ожидаем большего, да, получаем не всегда вот то, что хотелось бы. Но и вот эти баллы, они могут в какой-то мере изменить такой вот профессиональный выбор, жизненный выбор. С вашей точки зрения, как психолога, как педагога, как бы вы посоветовали поддержать ребенка в это время, принять в любом случае любой результат? Вы, Надежда, уже сами сказали абсолютно правильно. В этой ситуации очень важно, чтобы как бы ребенок не сдал экзамены, родители с этим согласились. Почему? Когда наши дети вырастают, к сожалению или к счастью, мы уже не имеем над ними власти. И их выбор должен осуществляться самостоятельно. Однако давайте посмотрим. Если еще 100 лет назад 18-летний или 17-летний юноша, девушка, это уже был человек с семьей, с обязанностями, с детьми, то в наше время период детства растягивается на огромное количество лет. И на сегодняшний день до 25 лет это молодые люди, которые еще ищут себя. И, к сожалению, именно из-за этого, из-за того, что в школе у нас все меньше каких-то предметов, связанных с развитием мышления, а все больше с развитием памяти, с тем, что все меньше мы занимаемся каким-то ручным трудом, а мы все больше сидим за компьютером, мы имеем на выходе детей, которые, правда, еще не умеют выбирать. И чаще всего в таком возрасте дети выбирают то, что им советуют родители, то, куда проще поступить, или то, что ближе к дому. И в этой ситуации, конечно же, возникают большие сложности, потому что независимо от того, поступил ребенок или нет, процентов, наверное, 70 бывших студентов через лет 5-7 поменяют профессию. Мы живем в мире профессиональной мобильности. И поэтому я думаю, что первое, почему не стоит огорчаться, потому что дети не знают, что творят и не знают, что выбирают. Редко какой ребенок точно знает, что он хочет быть радиофизиком или что он хочет быть биологом и изобрести лекарство от СПИДа. А второе – это то, что, правда, любой человек в наше время может получить второе, третье, пятое высшее образование. Есть университеты третьего возраста, когда люди за 60 идут учиться и получать какую-то новую профессию и специальность. Продолжительность жизни увеличивается, и сложно представить, что ребенок, который пошел сегодня на какую-то специальность, доработает на ней, может быть, до 50 или до 60 лет. Да вы видите, и сами профессии меняются. Поэтому ЦТ нужно принять как некоторую неизбежность. Это некоторый обряд инициации. Раньше там детей отводили в лес, заставляли прыгать через костры, там, косить траву или делать какие-то дела, которые позволяли сказать: «ты взрослый». На сегодняшний день вот такой фильтр – это централизованное тестирование. И этот фильтр позволяет отделить тех, кто в этом году может идти учиться, и тех, кто в этом году, подчеркну, в этом году не получает проходных баллов. Те же, кто могут учиться, они тоже оказываются разделенными на некоторые группы. Те группы, которые могут проходить на более престижные специальности, и те, кто на менее. Тоже никакой проблемы. Если, например, ваш ребенок собирался идти в одно место, а проходит только в другое,
Просто примите вместе с ним решение, готовы ли вы поддержать его, чтобы он поучился год, поизучал какие-то интересные предметы, а в следующем году либо перепоступил, либо перевелся. Либо, если вы готовы, его можно отправить поработать и поискать себя в каких-то других областях. Ведь посмотрите, западный мир – это мир, где дети довольно рано сепарируются от родителей. Родители поддерживают детей, однако они не пытаются принимать за них решения. У нас же поступает вся семья, мы сдаем централизованное тестирование. Давайте все-таки посмотрим правде в глаза. Не мы сдаем, сдает ребенок. А папа и мама могут только помогать, поддерживать, создавать атмосферу, обстановку, заботиться о ребенке, кормить. Но очень больно смотреть, когда ребенок хочет бегать, прыгать, играть, а родители стоят у него над душой с дубиной и пытаются заставить его учиться. У него еще не прошел подростковый кризис, он еще не готов брать ответственность. И, конечно, в этой ситуации не нужно опускать руки, нужно разговаривать с ребенком, нужно убеждать его. Но вы не сможете заставить его делать то, чего он не хочет. Есть прекрасная восточная мудрость. Можно подвести ишака к воде, но пить ее не заставит даже шайтан. И поэтому как раз централизованное тестирование – это то место, где многим придется смириться, многим придется снизить свои амбиции. Самое главное – подумать о том, что ребенок остается моим сыном или моей дочерью. И от того, что он поступил, не поступил, ничего в жизни радикально не меняется. Здесь я, конечно, очень понимаю родителей, у которых сыновья, и которым, если они не поступят, предстоит поход в армию. Да, действительно, 18 лет – повторюсь, многие еще не готовы. Их паспортный возраст 18, а их реальный возраст 13-14. И поэтому, конечно, родители мальчиков, они в большей мере волнуются, переживают и не знают, куда бы пристроить свою детинушку, дабы она не шла в армию. Но тоже скажу, что некоторым очень полезно сходить в армию, потому что как раз армия всегда раньше выполняла вот эту функцию инициатного обряда. После армии парень приходил совсем другим. И все признаки инициации, такие как сбривание волос, ношение специальной формы, подчинение, это было очень полезно, потому что именно в армии человек учился очень многим жизненным вещам. Как быть в коллективе, как слушать других, как отстаивать свое мнение, как сделать так, чтобы ты не был самым последним. И мне кажется, вот наши эти стенания постоянные о том, что ах, перевелись мужчины, ах, там какие-то выросли поколения инфантильных мальчиков, они часто связаны с тем, что тем парням, которым, правда, нужна армия, у которых не было папы как образца, им эта армия, к сожалению, вот не досталась, потому что их отправили учиться в вуз, потом еще куда-то, и они в 30 лет оказываются все теми же инфантильными мальчиками, которые не знают, куда двинуться. Поэтому самое мудрое для родителей. Уже экзамены сданы, будут баллы, посмотреть, куда ребенок проходит, повозить его на машине между теми вузами, куда он еще будет проходить, там, например, на бесплатное, или смириться и пойти на платное. Но считать, что это какая-то просто точка в жизни. И мне кажется, можно вполне смириться, не пытаться весь год прессовать, заставлять, кричать, что если ты не будешь учиться, ты в следующем году тоже не поступишь, тебя ждет там бесчестье, позор, ты будешь самым несчастным. Конечно, нет. Посмотрите, есть множество разных профессий, в том числе и рабочие профессии. И очень многие высококвалифицированные рабочие или люди с техникумом, с колледжем, они устроены в жизни прекрасно. Мне кажется, важно оставаться счастливым, уверенным в себе, довольным своей работой человеком. И это не всегда требует того, чтобы учиться в вузе. А учитывая, что в Беларуси и так количество специалистов с высшим образованием одно из самых высоких в Европе, я думаю, что правда тут важно, чтобы сами родители пересмотрели свои взгляды, посмотрели, кто они, откуда они происходят, откуда их родители, прародители, и правда ли обязательно именно в этом возрасте поступить. Наш лозунг «Попробуй еще раз». Наталья, я думаю, что нас вот сейчас некоторые родители слушают и думают, вот как все она замечательно рассказала, а мы в него столько вложили денег, столько сил, и правда сдает вся семья, а вот здесь вот так вот получилось, прям подводит, да? Может быть, именно в это время мы на ребенка слишком много ответственности возлагаем, и вот это тоже чисто психологически достаточно сложно выдержать. То есть у нас поступление – это действительно такая веха и такой вот какой-то для семьи действительно непростой период, когда все перестают просто наслаждаться жизнью, а вот в ожидании, в обсуждении постоянном таком. Да, абсолютно вы правы, Надежда, потому что ответственность на многих детей возлагается, для них слишком тяжелая. Ведь не зря столько родителей включаются в поступление вместе с ребенком. Это вот про тот самый крест, который каждому дан свой. И если родители пытаются
пытаются тащить на себе часть этого креста, то значит, это не крест их ребенка. Детки не готовы. Очень часто они правда не знают, чего они хотят. Но проходят 2-3 года, и такой мальчик или девочка говорит: я вот уже закончил там 3 года какого-нибудь факультета, а я понимаю, что я хочу заниматься чем-то другим. И посмотрите, они могут поменять эту профессию в будущем. Поэтому попробуйте, несмотря на то, что вы вложили в ребенка деньги, помнить, что это были деньги, вложены не просто так, что если ваш ребенок хорошо знает математику, язык, историю, это всегда ему пригодится, потому что грамотные молодые люди с грамотной речью, они всегда ценятся выше, где бы они ни работали. И в то же время родители очень тревожатся. Они действительно часто пытаются прожить кусок своей жизни вместе с ребенком, и самое печальное – вместо ребенка. А этого делать не нужно, потому что поступление – это всего лишь поступление. Я, например, когда мой сын, по-моему, 5 лет назад поступал, я его спросила: куда ты хочешь пойти? Он сказал: я хочу пойти на экономический факультет. Я сказала: окей. И я уехала на 2 недели заниматься своими делами. Я, приехав, узнала, куда сын отнес документы. И вот сейчас, когда он закончил вуз, и когда он учится в магистратуре, мой сын вдруг наконец понял, что ему, например, гораздо больше нравится заниматься писательством книжек, чем он и занимается, написав уже целых там 70 страниц, и учить язык программирования. И я понимаю, что да, это жизнь. И я ему точно не говорю: теперь ты экономист навсегда, это как клеймо, работай в своем банке. Я понимаю, что в тот момент, когда он выбирал, это был выбор без выбора. И я очень часто встречаю людей, которые радикально меняют свою профессию. Что я хочу сказать родителям, у которых дети не поступили? В интернете гуляет замечательная статья или замечательный рассказ, где девушка пишет письмо своей маме. Девушка-студентка пишет примерно следующее письмо: здравствуйте, там, дорогие родители. Я долго не писала, потому что была в больнице. Но сейчас мне легче. Сотрясение мозга, значит, прошло, и срастаются кости. С ребенком все в порядке. А я вам не писала, я беременна. У меня скоро будет сын или дочка. И, кстати, я выхожу замуж. Он выходец из Африки. Вот. Я думаю, что вы примете его всем сердцем. И так далее. И, в общем, это все письмо, оно с каждой строчкой повергает все в больший и больший ужас. А в конце оно заканчивается следующим: дорогие родители, это все неправда. Я всего лишь не сдала сессию. И я думаю, что это как раз такое письмо-пример. Сравните то, что происходит с вашим ребенком, если он не поступил или не сдал ЦТ, с тем, что на самом деле ужасно. На самом деле ужасно. Это тяжелая болезнь, это смерть, это какой-то неожиданный кризис, это катаклизмы и катастрофы. И посмотрите, слава богу, ваш ребенок здоров, у него есть руки, есть ноги, есть мозги. И даже если он уйдет в армию на 1,5 года, он вернется и сможет попробовать еще раз. Но он уже будет пробовать с большим пониманием, с большей ответственностью, с большей включенностью. И он будет задавать себе вопрос: чем на самом деле я хочу заниматься, если это такого дорогого стоит. Поэтому мне кажется, что есть моменты, где родителям нужно напрягаться. Это были годы учебы, это были последние классы, это были репетиторы. А вот сейчас, когда централизованное тестирование сдано, вот нужно просто принимать то, что есть, и как оно есть. И мне кажется, это очень важно. Это та мудрость, которой мы можем научить своих детей. Мудрость иногда борьбы, а иногда смирения с тем, как оно произошло. Потому что только самые нездоровые родители потом целый год, а то еще и 5 лет начинают этим детям бедным рассказывать, что вот а если бы он поступил. Мы не знаем, какое будущее ждало бы нашего ребенка. Сейчас очень любят такие фильмы снимать, где у человека есть возможность попробовать альтернативное прошлое и будущее. И человек несколько раз возвращается в прошлое, меняет свое настоящее, и каждый раз это все хуже и хуже. Поэтому мы не знаем, поступил бы ребенок, и была ли бы его жизнь там более счастливой, был ли бы он более здоровым. У нас есть только настоящее, и оно вот такое. Либо он прошел ЦТ успешно и прошел на ту специальность, куда хотел, либо он не прошел. Но у него есть выбор. Наталья, а еще вот вы затронули такую очень сегодня, мне кажется, важную тему, потому что многие, действительно, вот закончив вуз, меняют свое направление в жизни, свою специальность. И вот некоторые действительно на 3-м курсе, когда вот этот важный период пройден, говорят: все, я туда больше не хочу, не пойду, и вообще, начиная все сначала, поступаю. Вот мне кажется, вот вы такое стремление в человеке, в молодом человеке поддерживаете, да, а что бы вы, вот как обращение к родителям, вот как они его также могут поддержать? Потому что некоторые ведь говорят: ну давай мы сейчас будем менять, мы так сложно поступали, а ты тут взял и решил. Сначала закончи вот это, а потом уже будешь кем хочешь. Вы знаете, я сама была в такой же ситуации. Мы с подругой каждый год собирались бросить наш любимый химфак, на котором я училась, и пойти в мединститут. Но мама подруги говорила нам: девочки, ну еще чуть-чуть поучитесь, а потом уже пойдете
куда захотите. Ну и по итогу я все равно, закончив химфак, пошла работать в том же году психологом, потому что я понимала, что это не мое. Вот. И я поняла это уже после первого курса, однако тоже были всякие сомнения, страхи, бросить, не бросить, завершить эту учебу, не завершать. На сегодняшний день, конечно, уже там из-за возраста, возможно, из-за того, что я очень много слушаю истории людей, которые говорят, что моя жизнь покалечена из-за того, что я потерял 5, 6, 7 лет в той профессии или обучаясь тому, чего мне не интересно. На сегодняшний день я думаю так. Если ребенок вдруг говорит, я хочу чего-то другого, важно, чтобы родители попробовали послушать его. Потому что иногда это те самые подростковые смены деятельности и смены интересов, которые когда-то проходили в 13-14 лет, а сейчас в связи с, так сказать, удлинением периода детства могут случаться в 20, 22, 23. И спросить, например, если ребенок учится на инженера-программиста, а сказал, что он хочет быть художником. Важно, правда, задать ему вопросы. А почему ты решил стать художником? А какие у тебя, например, основания считать, что это твое? Готов ли ты как-то попробовать? Потому что ведь всегда важный момент. Насколько это получится у человека? Насколько это его? И если, например, с ним просто поговорить и задать ему грамотные вопросы, можно выслушать, что он скажет в ответ. Но здесь очень важно, чтобы родители не давили и сразу не кричали «нет, это невозможно». Важно выслушать его с спокойствием, несмотря на то, что даже в душе может накипать буря, и с готовностью посмотреть на мир его глазами, через его окно. И так действительно случается. Третий курс – это самый кризисный. И многие дети, отучившись 3 года, понимают, что это вообще не их специальность. У них отбивают всю охоту учиться. И они готовы пойти в бар сушистом. Они готовы пойти там продавать запчасти от автомобилей на рынок. Они готовы делать все, что угодно, только не учиться. Если ваш ребенок четко принял это решение, просто поговорите с ним, в какой момент он останавливается, потому что хорошо бы, чтобы он сдал сессию последнюю. Почему он останавливается? Не потому ли, что он не успевает в учебе, не потому ли, что у него несчастная любовь, не потому ли, что он хочет бросить что-то другое. Например, скажу крамольную мысль, очень хочет бросить родителей и уйти жить самостоятельно, но в силу финансовой невозможности остается с ними, и тогда бросает хоть что-нибудь, институт или университет. И поэтому, конечно, в этой ситуации лучше всего разобраться. Можно обратиться к специалисту, психологу и попробовать поговорить с ним. Но если ребенок очень четко, ясно излагает свою позицию и говорит, я буду менять профессию, мне кажется, в этой точке родители могут только поддержать своего ребенка и сказать, да, пробуй. Потому что сколько мы знаем историй, когда не получившиеся математики становились талантливыми художниками или писателями, когда человек переходил из врачей в какие-нибудь прекрасные управленцы. Мы же не знаем, мы все многофункциональны. И огромное количество наших успехов зависит не только от нас, но и от того, в какую среду мы попадем. И, конечно, ребенок, попав в какую-то среду, которая его просто гасит, он чувствует, что его потенциал не используется. Поэтому мудрые родители, они выслушивают детей, и они соглашаются с их решениями, потому что это тоже про возможность поддержать в ребенке самостоятельность. Не для того, чтобы потом его упрекать. Конечно, дети иногда поступают не так, как мы хотим, но они как раз приходят в этот мир не для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. Это сложно, это тяжело принять, но это необходимость. И для того, чтобы вырастить, правда, активного, энергичного ребенка, мы должны поддерживать его самостоятельность. Поэтому очень важно не решать за детей. Когда ребенок говорит, я не знаю, куда поступать, вы тоже имеете право не знать. Вы можете сказать, давай полистаем справочник, а что ты знаешь о профессиях, поговорить с ним, поискать, где есть хорошие тесты, пораспрашивать у знакомых, кто кем работает. Это иногда возникает случайно, от какой-то встречи, от какого-то мимолетного жеста, от просмотра какой-то передачи. Но это не задано изначально. И любой человек может иметь много профессий, он может быть одновременно достаточно хорошим в разных областях и выбирать, в какой период жизни, чем ему заниматься. Наталья, спасибо вам огромное за ту долю, может быть, мудрости такой педагогической, психологической, которой вы поделились с родителями. Я думаю, что действительно такие мысли очень важные прозвучали, которые стоит учесть и, может быть, как-то пересмотреть свои взгляды на семейные отношения. Просто понять, что после того, как дети вырастают, после того, как у них есть паспорт, даже если мы их кормим и поим, наша задачка
немножко помочь им сформировать тот механизм, при помощи которого они будут принимать решения и дальше. Потому что многие родители не задумываются над тем, что полностью подавляемая и послушная дочь – это легкая жертва психопата или алкоголика. И потом они заламывают руки, почему же наша такая хорошая девочка живет с таким сумасшедшим. А все потому, что вы не давали ей выбирать, вы давили и говорили «подчиняйся». Они говорят: «Ах, почему же наш сын не мужик? Ему уже 35 лет, он не хочет жениться, лежит на диване и смотрит телевизор». А потому что, когда он хотел быть мужиком и хотел поступать, вы ему говорили: «Нет, ты не пойдешь туда, ты пойдешь сюда». И поэтому это ваша ответственность. Если вы правда хотите, чтобы ваш ребенок не просто получил профессию, но и вырос человеком, который способен нести ответственность за свои поступки, выбирать и менять свою жизнь по своему желанию, вам нужно его отпустить. И это самое главное. Нагадаю, сьогодні гостей нашей программы была кандидат психологических наук, доцент кафедры узростовой и педагогичной психологии факультета социально-педагогических наук Белорусского державного педагогического университета имени Максима Танка Наталья Алефірович. Программа «Сямейное радио» на гэтым завершена. Сёння вела яе я, журналіст Надзея Скараход. Нагадаю, у будныя дні наша программа выходзіць у эфір у 11:10 і 17:10. Заставайцеся на хвалі першага нацыянальнага канала Беларускага радыё.